Я думаю, что ЕГЭ как эксперимент, в общем, наверное, уже не удалась, потому что все прекрасно знают, что талантливые люди, так сказать, очень страдают из-за этого, а многие просто покупают эти баллы, отметки и так далее. В результате чего у нас жутко стремительно падает уровень образования и IQ. Среднее население. Возможно, конечно, кто-то считает, что оно нам не нужно, но если мы живем в век кибернетики, компьютеризации, то как это может быть ненужным? Поэтому, я думаю, пора эту систему отменить, и действительно, экзамен ужесточит немножко ситуацию, но сделает ее, с другой стороны, более справедливой, да и равной для всех.